сразу так долго внимания, потому что на основной работе, на которой я провожу все свое время, я получил только то, что получил, как и в прошлые годы. Единственное, скажем так, вот такое увеличение, это продажа квартиры, которая у меня здесь была, на улице Циолковского, в которой я жил. Вот и весь, что называется, такой неожиданно возросший заработок. Хорошая инвестиция. Доход, вернее. Хорошая инвестиция. Нет, мы просто думали, может, у вас подняли оклады. Могут подтвердить. Им это не грозит, и нам тоже, в том числе. Значит, есть еще там одна тема, которая тоже вызвала такое большое внимание, там, в том числе, как и федеральные СМИ. У меня жена отчиталась о том, что у нее была в прошлом году приобретена, даже не приобретена, значит, по ипотеке была попытка, ну, наверное, приобретена все же. Квартира в Швейцарии, значит, но после выхода соответствующих рекомендаций президента и закона она продана в этом году, и поэтому никакой заграничной собственности, недвижимости у губернатора нет, и у его семьи. У меня точно нет, у моей семьи тем более теперь тоже не будет. Разводиться не собираетесь, жены? Не, я не собираюсь разводиться. Я не собираюсь разводиться. Точно квартира, что называется, могу честно сказать, и не для меня, и мне достаточно комфортно здесь, в Ульяновской области, в городе Ульяновске. У меня здесь мать живет, у меня здесь огромное количество родственников. Не буду больше ничего говорить про свои семейные личные отношения. Поэтому говорю о том, что если кто-то подумал о том, что губернатор куда-то собирается переезжать, то не угадает.